Вид на Волгу через Козьи Рожки, панорама Сызранского Кремля и десятки живописных мест Самарской области. В музее «Россия. Моя история» открылась выставка детских лайф-фото. Это совместное детище регионального Минкульта, администрации Самары и благотворительного проекта компании МТС «Поколение М». Проект идет уже 7 лет, и в рамках этого проекта мы находим во всех уголках России талантливых детей и помогаем им проявить свои таланты. Задача конкурса была, во-первых, показать нашу область глазами детей, что она очень красивая, очень привлекательна для туристов, и второе, дать этим детям шанс развить свои профессиональные навыки. Конкурсная работа увидела огромное количество людей, при этом не только из Самарской области, и нет сомнений, что для многих из них это будет стимул для того, чтобы приехать в Самарскую область и увидеть то, что они видели в работах наших ребят. Оценивали фотографии известные самарские фотографы и люди искусства. Из почти 400 работ, присланных на конкурс, выбрали 40 лучших. Я очень сильно хочу быть фотографом. Я фотографировала ладью. Мы на теплоходике в тот момент плавали. И мне захотелось почему-то ладью. У меня там ракета. Внутри нее можно зайти. Мы ее фоткали, когда были в высоком здании. Выбирала пейзаж, чтобы было красиво и, ну, чтобы свет был яркий. Все победители и участники регионального этапа творческого конкурса «Лайф-фото» могут претендовать и на главную награду федерального этапа «Поколение М» – стажировку у известного российского фотографа в Москве. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.